Спенсер, я ни одной запретной темы в тексте не затронул. Не противоречил ни морали, ни закону. Ты спросишь, для чего вам пальчик болит. Ёханый баба. Перегрузил. Палец, бля. Thank you.
Ну как-то так. Всем привет. Вот тренируюсь тут один, потому что друзья в поход ушли и как бы страховать никому. Провесил себе веревку, ну и как бы с закрепленной сверху веревкой гоняю на мини-трекшене. Ну как бы вообще она не предназначена, конечно, для таких подъемов. Это для подъема грузов устройство для спасение пострадавшего из трещины и прочего. То есть она не рассчитана на динамические рывки. Поэтому, чтобы их избежать, я как бы вот сделал себе такую верхнюю систему. И всегда у меня она вверху. То есть нет провиса. А когда провешивал, гри-гри использовал. Вот так вот у нас тут все. Музло у меня там рубит. Попробовал там семерку B+, но у меня вот этот что-то сустав разболелся, надо передохнуть. Потому что я вчера тоже 7Б там пробовал таким образом. Ну, не очень эффективно там, сильно, ну, рывки-то не делаешь. Немножко сложнее получается лазание, но в целом нормально. Можно так по чуть-чуть силу укреплять. У нас вода такая прозрачная тут. В общем, всем хорошего настроения. Будем снимать вот это все добро. Так, там у меня нос орёт, там чуть ругается, поэтому вы не обращайте внимания. Надо ослабить устройство. Кулачок есть такой. Хорошо затянул. Хорошо. Так, попробуем. Опа, сняли. Снимаем. Вот он, кулачок зажимной, да? Так, далее. Чик. Есть. Далее вот гри-гри, да? Берем гри-гри. Простите, рука одна. Так, проверяем, что у нас здесь идет. Вот это, да? Открыли. Заправили. Давайте вот так вот. Ну, одной рукой как бы, да. Понятно, что это не очень удобно. Так, угу. Все правильно, подтягиваем, подтягиваем. Можно, если, например, вот я, да, с одной рукой, мне не очень удобно, можно сделать полиспас, то есть, чтобы вам показать, как это все должно происходить. Так, угу. Может быть, еще немножко даже. Ну, где-то так. Выщелкаем. Выщелкаем. Так, ну, иногда я бэкапы делаю здесь, да. Пока я там что-то активное. То есть даже такой. Но. Ну ладно. Вот. Сюда его, ну или не важно, сюда. Так, теперь надо снять страховку. Проверяем. Угу. Все у нас нормально. Снимаем вот это все дело.
Это тоже, если нам не нужно. Бам, вот мы и спустились. Вот. Веселимся. Уху. А!